Главное предложение только сегодняшнего дня в рубрике «Мода». И эта пара, и этот дуэт тысячи, миллионы, миллиарды женщин по всему миру подарил им успех, подарил им влюбленность, подарил им эмоции. Каждая дама получала, именно надевая эту пару одежды на себя, получала премии, получала различные или вручала премии. Также читала какие-то лекции с больших пьедестальных форм. И это все как раз-таки о костюме двойки, брючном костюме, который у нас с вами является одним из самых главных отправной точкой для создания рационального гардероба. Бренд Алмоди вам предложил сегодня по самой низкой цене этот комплект двойку. А это значит, что вы получаете в несколько раз больше выгоды, ведь это два изделия. Готовое решение и в то же время хорошая раскомплектовка и создание на основе этого костюма своих актуальных и самых любимых образов. Помимо этого вас ожидает костюмная ткань «Анжелика», которая выполнена на 60% у нас с вами из вискозы, которая обеспечит возможность носить такой костюм круглогодично. А значит, можно цену изделия поделить сразу на все 365 дней в году. И мы получаем с вами брюки сегодня за 1750 рублей и жакет на основе ацетатного подклада тоже за 1750 рублей. Ну и большая палитра красок. Не в каждом магазине вы найдете как раз-таки костюм одного любимого кроя, но сразу в нескольких цветах. Главным цветом, таким провокатором в этом сезоне стал, конечно же, оттенок фуксии, благодаря итальянскому бренду у нас Валентино Гаравани. Его даже в этом году называют «Валентино в цвет». Ало-красный оттенок, его не стоит бояться, наоборот, нужно себе дарить такие предложения. Кстати, на днях работал с покупателями в магазине, процентов, наверное, 40 покупок было именно на основе красного костюма. В этом часе у нас с вами эксклюзивно представлен зеленый цвет, потому что на прошлой неделе во время представления этого костюма зеленого оттенка еще не было. Также самый классический, наверное, у нас с вами, пожалуй, будет комплект из костюма из цвета «Электрик». Синий будет в заказе. Можно выбрать для себя люксовый бежевый цвет, почувствовать себя дамой из Милана, потому что миланские женщины-итальянки обожают носить именно бежевый. Самого меньше всего у нас остается белого, кипенно-белого оттенка. Поспешите, особенно те, кто решил, например, сделать свое бракосочетание не в подвенечном платье, а именно в брючном костюме. Белый цвет идеально подойдет. Ну и, конечно же, без классического черного костюма, в котором можно чувствовать себя самой сексуальной, добавляя красную помаду, вы тоже можете выбрать. На подиуме у нас с вами представлены сегодня две модели. Это мои фрейлины будут, Анна и Ольга. И на основе них мы будем с вами выбирать размер. Размерная линейка от 50 до 64. Анна обладательница роста 1,75 м. Размерная линейка 52-54 выбирает для себя жакет в бежевом цвете в 54-м. Объединяет его с юбкой от бренда Simone и добавляет базовый топ. А вот Ольга у нас ростом 1,66 м. Размерная линейка 50-52, в зависимости от бренда, выбирает для себя 52-й размер костюма, хотя могла бы выбрать и 50-й, просто любит чуточку посвободнее. Что касается именно заявления нашего ОТК, для легкого прилегания вы можете выбрать костюм на размер меньше. Я бы все-таки рекомендовал бы забрать четкий размер. Ткань все-таки у нас с вами не тянется, и небольшая свобода в костюме все-таки необходима. Тем более в преддверии праздников, да и вообще у женщины столько эмоций и граней, что она иногда может себе позволить чуть-чуть поправиться. Поэтому костюм лучше выбрать именно в своем оттенке. 3499 рублей. При оплате карты сразу цена еще снижится у нас практически на более 150 рублей. Поэтому сегодня действительно выгодное предложение. Поделив пополам, мы с вами понимаем, что жакет мы никогда не купим в магазине за 1750 рублей в среднем. Так же, как и классические брюки, которые очень выгодны. Что касается по параметрам, рукав длиной 60 сантиметров, высота плеча у нас с вами 17 сантиметров, поставлен на подплечник. Длина изделия самого жакета у нас с вами 72 сантиметра. Высота посадки брюк у нас с вами 80 по седлу, с внутренней стороны 72, по боковой зоне длина брюк 1 метр. То есть дамы от 1,50 м до 1,80 м будут себя чувствовать комфортно. Ну а теперь давайте с вами окунемся в историю самого костюма, когда он появился именно в женском гардеробе и что же он для нее сделал. Безусловно, первое время мужской костюм был привилегией только мужчин. В 1930 году первые женщины, надевая мужской костюм, устраивали действительно революцию. А уже к 1974-му без костюма ни одна женщина себя не представляла. Самым главным венцом
популярности костюмов стали именно 80-е. Ну а в 2023 году ни одна современная дама себя не может представить без такого костюма, ведь она в нем ходит на свидание. Она делает в нем различные заявления. Она работает, руководит или просто чувствует себя комфортно и удобно. Современные дамы могут сочетать костюмы как на плоском ходу, так же и с каблуком. Кстати, при желании сегодня вместе с нашим костюмом вы можете приобрести и пару обуви. В нашем часе будут представлены модели. Это кроссовки на высокой платформе Helen за 4499 рублей. И туфли на плоском ходу Stacy за 3699 рублей от нового бренда Heylander. Это, кстати, натуральная кожа. Что касается самого костюма, то здесь очень удачный крой у нас с вами. Да еще и на основе 60% вискозы. Вискозное полотно в костюме – это всегда выгодно. Это значит, что костюм можно стирать в условиях дома, что не скажешь о костюме шерсти, который по необходимости нужно относить в химчистку. Данное изделие легко с собой взять и в командировку, ведь вискозу легко прогладить утюгом. Если в гостиничном номере не нашелся утюг, вы просто можете включить такой пар, например, в ванной или в душевой, повесить возле пара костюм, он быстро отвисится и уже выровняется. То есть эти лайфхаки, ими пользуются уже миллионы людей. Поэтому в данном костюме будет удобно. Не каждый костюм оправдывает еще и сезонности, да, то есть костюмы шерстяные, теплые только для зимы, есть безумно легкие льняные для лета, а вот такой костюм, когда мы можем и сегодня, и завтра, вот как на мне сегодня, я его ношу круглогодично, вы можете как раз-таки применять именно костюм Shelby. Зеленый цвет, кстати, выбивается в лидеры, но это не удивительно, ведь в предыдущий раз дама в себе приобрела костюм, уже успела в нем походить, получила уйму комплиментов, сделала много своих личных побед. Сегодня она смотрит, этот костюм опять представлен, опять же с этой сохраненной выгодной ценой. Конечно же, зеленый цвет уже начинает как вторым забираться. Кто-то купил фуксию, добавил теперь в корзину себе зеленый. Кто-то, услышав сейчас мои слова, начинает забирать для себя уже сразу два костюма, чтобы в следующий раз его не ждать. Вот, к примеру, цвет фуксия у нас с вами в данном случае у нас представлен, да, вот такой яркий цвет розовый. Есть также у нас с вами красный оттенок, зеленый, как я уже сказал, начинает в этом часе выбиваться в лидеры. Также есть классический синий, бежевый, белый практически скоро закончится и классический черный. Два изделия сразу. 3499 рублей. Поделите цену пополам, а самое главное, сделайте себя успешной. Ведь это главное предложение только сегодняшнего дня.